Аздемир родился 26 февраля 1992 года в Каджаэле, младшим в семье из трех детей. Его бабушка – болгарская эмигрантка. После того, как его родители разошлись, он переехал в Стамбул вместе с матерью и сестрой. О своих отношениях с отцом Аздемир сказал в интервью: «Мы не виделись несколько лет, но недавно помирились. Но я никогда не думал, что он ненавидит или недолюбливает нас. Он просто очень упрямый». Она участвовала в команде танцоров, сопровождавших Бенгу в ее выступлениях, а затем начала выступать в Ives Girls. В период с 2011 по 2013 год она посещала тренинги в Studio Players и в течение двух лет проходила обучение актерскому мастерству. Она приняла участие в музыкальном клипе Мустафы Сандала под названием «Стреляй и забудь». Свой первый телевизионный опыт она получила, сыграв роль Эйлин в сериале «Санабер Эсарверечием», который транслировался на телеканале FOX в 2013 году. Позже она сыграла роль Алы в сериале «Курт, Сеид и Шура» и роль Димет в кинофильме «Тутсазуну». В 2015 году она сыграла роль Асли в сериале «Клубничный аромат», который транслировался на канале Star TV. Она сыграла в музыкальном клипе на песню Бенгю «Хадри Мэдан». Она сыграла персонажа Лали в сериале «Ну». 309, который транслировался на телеканале FOX в 2016-2017 годах. В 2017 году сыграла персонажа Айсель в фильме «Сен Кимин Ле Дан Едиорсон», автор и режиссер Бурак Аксак. Она сыграла персонажа Санем в сериале «Элькинси Кус», который транслировался на канале Star TV в 2018-2019 годах. Благодаря своей игре в сериале «Элькинси Кус» она получила премию за лучшую женскую роль на церемонии Мюракс Дьор Эвордс. С декабря 2019 года она дала жизнь персонажу Зинеб Гоксу Тунахан в сериале «Дадуинун Ев Кадириндир», который транслировался на ТВ-8 с декабря 2019 года и был адаптирован по роману психиатра Гюльсирена Будаеджиоглу под названием «Девушка в стакане», в котором рассказывается реальная история жизни.